Иванович. Меня зовут Булат Калмагомедов. А какая цель была? Была цель, что смотришь новости, смотришь интернет, видишь все вот эти учежа на УЗИ, все вот эти, что там творится, беспредел, извиняюсь. Мы же тоже, есть телевидение, есть телевизор, есть интернет. Все это же информация, все доходит. И нам это сейчас сказать, я с друзьями смотрел все эти новости, нас это шокировало, как посадили оппозицию, что Козлова, конечно, душой болеем тоже, как так можно. Ну, конечно, хороших людей сразу садят у нас, как обычно в Казахстане, как будто 35-й год наступил, не знаешь вообще. Но мы вообще возмущены, как молодые ребята. Хорошо, спасибо. Я очень сожалею этих людей, которые борются за справедливость. И если говоришь правду, то есть стал бы ты сидеть в тюрьме, что ли, или за колючими проволоками, это подло.